Крематории – это сегодня, знаете, это решение тоже одной из социальных проблем. Я вот тоже встретил одного руководителя, тоже так говорю, а как твое мнение, ну, поделиться хотел и обратную связь. Он говорит, надо обязательно делать, почему? Говорит, понимаете, наши дети, они уже как мы ездить не будут на кладбище. Это другое поколение. И поэтому, чтобы сегодня была альтернатива, мы все равно к этому придем. Поэтому, конечно, я знаю, что эта тема тоже такая долгосрочная, долгоиграющая. Но сегодня, чтобы вы понимали, есть уже куда двигаться. У нас есть выделение участка 150 гектар. Это Стукачевка, кладбище, где также прорабатывается пока архитектурный проект. Но мы будем его дорабатывать как крематорий, так и колумбарий. И это позволит, то есть почему не было раньше крематория? Ну где-то рядом с городом, совсем близко тоже, не факт. А раз у нас такая земля будет выделена, это все-таки, я считаю, большое количество земли, то там мы вот эту инфраструктуру всю разместим. Там же кладбище будет, там же часовенку сделаем красивую. И я думаю, что и церковь нас поддержит в этом. У нас даже ритуального зала хорошего нет. У нас даже нету. Вот человек приходит ко мне и говорит, я готов заплатить деньги. Покажите мне, чтобы я красиво проводил на тот свет и попростился с близким человеком. У нас масса зданий в городе, масса недостроев, которые стоят, извините, как памятник архитектуры. Я тоже этот вопрос задал при защите своего спецкомбината. А почему мы это не делаем? Ну, вот все так вот возмутились. И... куда? И народ уже в квартиры уже не везет. Не везет. А скажите, это не проблема? Вот это проблема, понимаете? Поэтому ей надо заниматься. И сейчас ко мне подходил вот руководитель экспертизы СИСа Иван Степанович. И он говорит, и мы готовы, там у них есть морг на этом, Баумана. Говорит, дайте нам участок, я готов республиканскую взять деньги на проект, экспертизу пройти, а вы мне помогите там здание построить. Ну и пусть и он построит, мы сделаем там возле морга, тоже хорошо. И где-то альтернатива, на пусть, но только, я говорю, не частник, это должно быть государственное. Должен быть такой объект в городе. Он должен быть. И мы его обязательно сделаем.